12 кубометров смети щодня вивозять работники підприємства «Могильон-Зеленбуд» з місця відпочинку у обласному центрі. Лічба не критична, але сезон відпочинку на свіжому повітрі тільки починається. Інспектори природоохови нагадують про елементарні правила і відказність за їх порушення. Картина Каранкевич з подробицями. Много мусора? Ну, после праздников много. В течение дня, ну, есть, но немного ежедневно убирается, поэтому, ну, когда какие-то массовые гуляния, то это, конечно, очень много. Печерский лесопарк – одно из любимых мест у могилевчан. Святые городские мероприемства и просто отпочинок на свежем поветре. Щодня лясный массив у 340 гектаров от смети пробирают 8 работников Могилева-Зеленбуда. Объемы великие, да и отпочивающие нередко забываются прибрать за собой, хотя контейнеров для смети хапая. Больше всех выписаний выписывается лесной массив, наверное, областной больницы. Вот надо сказать должное, что там вычищается периодический лес, однако посетители, которые навещают больных, скажем, за собой оставляют в лесу значительное количество мусора. Тут пильно сочат за теми, кто до природы относится недбайно. Рейды по зонах массовых отпочинку и лесных массивах ладят регулярно. С початку года городская инспекция природоохова за неналежное наведение порядку выдала 233 предписания и 121 административный протокол на сумму амаль 200 миллионов рублей. Призываю, во-первых, соблюдать чистоту, и, во-вторых, хочу предупредить, что нарушение законодательства об обращении с отходами влечет административную ответственность от 5 до 50 базовых причин на граждан, или от миллиона до 10 миллионов. Варто памятать, что смети, покинутая после отпочинку, индикатор ставления людей не только до природы, а и до самих себе. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, Новина регион.